Всем привет. Это программа «Мы все вместе». Мы все вместе. Давайте. Сегодня мы все будем вместе оценивать, как поют, как выступают замечательные, крутые артисты, на самом деле, которых мы уже успели здесь полюбить. Полюбить, переживать, может быть, даже поругаться между собой, потому что если кто-то не стал, конечно, целая трагедия. Ты будешь со мной ругаться? Да. Хорошо, договорись. Да. Может быть, даже бить. Не зря мы вместе сегодня сидим, да? Да. Сегодня будет жаркий выпуск, мы будем переживать. И, конечно, смотрите на телеканале. Да, на телеканале «Россия-1». Ну-ка, все вместе! По-моему, Баскова с Лазаревым появились конкуренты. Определенно. На самом деле, замечательный проект, очень крутые ведущие, крутые исполнители, и снимается все здорово, классно, хотя и долго очень. Если нам начнут раздавать шоколадки на стене, мы все будем гораздо более счастливыми. Может, просто прям со сцены кидать маленький драже, как тюленчик. Да, мы хорошо оставили. Вот, но на самом деле здесь классно, хорошая атмосфера, очень приятные, знакомые мне люди, вообще классно, хорошо. Вы, по-моему, первый раз вот так, по крайней мере, за этот сезон на первом ряду. Да, первый раз на первом ряду, я вообще... На самом деле отказывался, но мне сказали, что ты VIP-партер, поэтому я согласился. Мне кажется, обманули. Мне кажется, тоже. Будете стараться объективно судить или все-таки поддерживать, зная, как они сейчас волнуются? Тут, на самом деле, вот, наверное, это самый объективный из вокальных конкурсов, потому что 100 человек. Со всеми не договоришься. У всех на настроение не спишешь. Поэтому вот эти баллы, которые набираются, они, наверное, самые честные. Оценка простая. Мурашки побежали, я поднялся. Если нет, то сижу и отдыхаю. Хотелось бы спеть с этой сцены? Нет. Почему? Ну, во-первых, я хочу объективно говорить, да, у меня не 3 октавы. Я беру свое песнями. Ко мне ходят на концерты люди, которые хотят услышать хороший музыкальный материал. Да. Вот. У меня не 3 октавы, я не буду брать там какие-то суперноты, а здесь это важно, чтобы хотя бы не потеряться на фоне остальных. У нас сегодня уже финал суперсезона. Можно уже сказать, оправдал он ваши ожидания или нет? Ну, хочется больше выпусков, а когда хочется больше выпусков, значит, точно оправдал. На самом деле, пролетел быстро, незаметно, но с таким невероятным результатом, невероятные цифры. Я понимаю, почему, потому что лучшие из лучших, ажиотаж, сотня, все работает как единый организм. Конечно, хотелось еще какое-то количество программ. Как жаль, что не удалось, но мы будем ждать 5-й сезон в эфире уже этой осенью на телеканале «Россия». Приоткройте завесу тайны, почему все-таки всего 5 выпусков? На самом деле 5 выпусков собрались из определенного количества участников возможных, потому что, к сожалению, есть участники, которые отказались или по каким-то причинам не смогли участвовать. Так, например, наша любимая Нуца Бузаладзе, она подписала контракт с каким-то китайским шоу и не смогла участвовать. Также, например, победитель первого сезона не смог приехать, потому что находится в другой стране. Также у нас, естественно, были международные участники, которые не смогли до нас добраться. Майкл Райс, который очень хотел бы приехать, но он находится в Англии. Визовые проблемы. Достаточно тяжело сделать визу на данный момент. Достаточно много времени. Потом итальянцы также у нас были. Но в этом сезоне один итальянец смог приехать. И ему большая благодарность. Вот. Конечно, из-за этого мы складывали уже количество участников. Соответственно, разделяли их на выпуски. Поэтому получился такой короткий сезон. Но мы на самом деле не планировали. То есть это было либо 5, либо 6 эпизодов. Ну и дальше стартует проект «Моя мелодия». Поэтому будем ждать. Спасибо вам большое. Спасибо, что у нас такие замечательные планы. Все зрители ждут с нетерпением. Спасибо огромное. Смотрите, не пропустите. А
ты как любимчик, такая запоминающаяся звездочка наших сезонов. Ты, когда был в своем сезоне, тебя даже приглашали в онлайн-трансляцию. Ты уже после этого прошел большой путь. У тебя было много конкурсов, много проектов, тебя узнало еще больше людей. Как тебе этот сезон? Тебе есть с чем сравнить? Ты стал старше, ты, может быть, более осознанно к этому всему относишься, уже не по-детски. Ну, само собой, эти два года очень сильно повлияли, потому что я стал более опытным уже, так сказать, конкурсантом в этом шоу. И, само собой, очень приятно, так сказать, увидеть эту большую свою семью на 100 человек, потому что два года с ними не видеться, потому что четвертый сезон я, к сожалению, не смог попасть, приехать, даже поддержать ребят. Но это всегда очень приятно встретиться со всеми членами жюри и выступить снова на этой сцене уже как более опытный и, так сказать, имея уже еще больше груз за спиной, выступить на этой сцене. И я думаю, даже больше уже это сейчас как не как конкурс, это уже больше как удовольствие. Выступаешь в удовольствие. Я даже вот не хочу говорить, как тебе твои соперники, потому что это скорее твои соучастники в этом концерте, коллеги. Как тебе вообще взаимодействие с ними? Но все стали еще сильнее, потому что в этом суперсезоне финал просто бешеный, все просто такие мастодонты. Это я в шоке, даже не знаю, как говорится, внутри такой, как бороться, потому что реально все очень сильные, все разные. И есть такая замечательная поговорка: всем не угодишь, да, и там 100 человек, это очень тяжело. Вот. Но будем стараться, будем работать не хуже. Я уверен, что мы работали все примерно одинаково много. Я лично за себя говорю, я работал очень много. И надеюсь, это, так сказать, меня не покинет и даст мне сил на сцене. Вообще супер. Да, супер. Очень понравилось. Давно нас на стену не звали. Да. А тут как бы бывало, сам дома сидишь, как хочется на стену лезть, а тут как раз на стену позвали. Очень хорошо. Мне понравилось вообще. Вот, и с результатом я согласен. Я считаю, что все очень талантливые. Все, но ребята вот, молодцы. Вот Сергей, вот как-то, вот, не знаю, такой вот, смотрю и вот вижу, что ну вот Сергей, точно вот он. И сердце. Вы же знаете, что это впервые за все сезоны «Ну-ка все вместе» победитель мужчина? Нет, не знали. Но не знали, но мы как бы стремились к этому. Мы сделали все, что могли от нашего мужского сообщества, чтобы это случилось наконец у вас именно здесь. Впервые на сцене сидели рядышком? Да. Не мешало ли это вам? Я рядышком сидел с другими, с Жорой, вот первый раз. Я первый раз на сцене сидел. Ну да, и каково? Каково? Ну, что я могу сказать? Мне вообще очень сложно сидеть в жюри и оценивать других людей, особенно когда сам занимаешься приблизительно похожими вещами. Поэтому, и как бы с одной стороны не хочет кого обидеть, и, ну, такое вот чувство. А с другой стороны хочется обидеть кого-то. Вот хочешь, смотришь прям, не буду. Очень интересно было. Буду сидеть. И вдохновляющий, вот что самое интересное. Прямо такое иногда вот включишь радио, слушаешь там, как вот люди поют, а потом в живака как услышишь, как могут люди петь. И прямо аж такое вот. Да. Все, можно не волноваться. Да. Ну, не часто подходил Николай Басков, не часто проходил мимо. Не грустно ли вам было? Вам же наверняка каждый раз хотелось высказать свое мнение. И были люди, к которым он вообще не подходил. К нам он подходил 3 раза, угрожал плацкартным вагоном, какой-то тамбурной расправой над нами. Что это значит? Ну, что мы не встаем, и он нас отправит домой. Но, правда, это от него зависит. Не могу рассчитывать, мы хотели его разочаровать. Я уверен, что Николай щедрый человек, он нам как-нибудь, когда понадобится, купит билет все-таки. Да. Хотя бы плацкарт. Думаете? Но нам не так грустно. Мы как бы самодостаточны в том плане. То есть, если мы, например, веселимся, это не всегда значит, что рядом находится Николай Басков, чтобы вы понимали. Да. Это не прямая зависимость. То есть это не катализатор химическим языком. Ну и не ингибитор. Потом посмотрите в интернете, что это такое. Спасибо. Ваш фаворит победил? Нет. За кого болели больше? Я, честно говоря, испытываю жуткое чувство вины по отношению к моей фаворитке конкретно, к Симоне Куприной, потому что я болела. Я болела за нее, везде об этом говорила. Но после речи Сережи, что мы должны быть беспристрастными и оценивать справедливо исключительно, и Симона была первой, я не встала. И потом очень сильно об этом пожалела. Ты тоже болела за Симону? Вообще, честно, конечно, я всегда хочу поддерживать девчонок, но я так рада, что впервые Сережа. Мальчик. Ну, девочки, ну это же тоже прекрасно. Как сложно мальчику. Знаешь, что мне понравилось?
понравилось. Знаешь, что мне понравилось больше всего? Извини, что я беру слово. Я поставлю красиво. Что мои слова? Он, мне кажется, сам не ожидал. Для него это было полным шоком, потому что, мне кажется, он очень скромный парень. И когда я его спрашивала, Коля, он говорит, ну я зашел на мероприятие, пришел на мероприятие. Для него это не соревнование. Огромное счастье вообще, что сегодня не было случайных все-таки людей, как иногда бывает, что ой, мы там что-то наголосуем, а потом зачем этот человек вообще в финале? Сегодня были настолько крутые музыканты, и всем сердцем мы за них болели, не у всех все получилось, и моя фаворитка, она не победила, к сожалению, вот, но я надеюсь, что у нас еще будет шанс увидеть их на сцене. Я считаю, что они в финале все очень достойные, они все победители. Да. Это было очень круто. Спасибо за побежали, парень. Есть торт. Ура! Все побежали, есть торт. Сегодня нет диеты. Вы готовы? Да! Да! Покажите результаты. Друзья, все-таки участь Варвары Убель. Ваши аплодисменты. А вот Сергей покинул, мы вернули его, и он победил. Песня Александра Шоу. Он побеждает в этом суперсезоне. Но мы в любом случае поздравляем всех финалистов, потому что они были лучшими из лучших. Ты можешь. Отомри. Ну, я не могу. Как вообще такое возможно? Расскажи мне. Я не знаю. Я на самом деле не могу. Поверь, правда, я искренне удивлен, потому что мы примерно понимали результат, потому что видели членов жюри. Члены жюри не знали, но мы знали. И когда я увидел эту цифру, значит, я понял, мы не умеем считать, и в эмоциях мы просто не увидели столько желтых кресел, ну, сколько их было на самом деле. Но я, честно говоря, прям вообще в восторге. И вот эти эмоции через край, они сейчас не прут, потому что я просто не понимаю пока этого. Но это очень круто. Блин. Кем тебе в первую очередь захочется поделиться этой новостью? Ну вот со мной моя супруга, и, конечно, очень хочу с мамой поделиться, но вот, не знаю, оставить это, чтобы они там переживали и смотрели, или все-таки как бы рассказать об этом, не знаю. Мне скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь участникам будущего юбилейного сезона? Верить в себя, делать то, что вы умеете, и не стараться никогда прыгнуть выше своей головы. Наверное, вот этого. Пела от самого сердца, это было слышно, на самом деле, всегда. Несмотря на то, что вокалистки рядом стояли, ого-го какие, да? Да, спасибо, очень. Я на самом деле, прям вот, когда заканчивал песню, меня прям трясло, и мне хотелось оправдать по максимуму доверие членов жюри, которые меня оставили, и, в общем-то, ну, я, наверное, с этим справился. Ты на 100% с этим справился. Поздравляем тебя с победой. Ты заслуженно победитель суперсезона «Ну-ка все вместе». Браво! Спасибо большое. От тебя и плясовую песню жду, и лирическую, и драма, и в этом смысле вот я прям ставил звезды на тебя. Спасибо тебе. Но они просто снимают, не дают искренне выражаться. Скажи мне, в целом твои эмоции. У меня очень позитивные эмоции. Мне очень хорошо. И я наконец-то не чувствую себя ужасно после финала. Потому что предыдущий, который у меня был, я себя чувствовала просто мега отвратительно. Я пела не то, что я хотела. Да, я не впела эту песню. Да, я где-то промазала. Ничего страшного. Зато я была собой. Я протолкнула свою тему. Для меня это было важно. Это была такая галочка. Я очень разная. Я пою в группе «Браво». Я пою разные песни. Мне было важно здесь вот этот «А что валяй, маня, ей!» Вот это все выпустить наружу. Поэтому я очень счастлива.
эта команда, она абсолютно точно знает, в какой момент какую включить эмоцию, потому что они профессиональные артисты, не просто же вокалисты, а именно артисты на сцене, умеют заполнять пространство и умеют создавать настроение. И настроение вы создали идеально, я считаю. У нас огромная база для обучения внутри школы нашей. У нас так получилось, что сегодня выступали в основном ученики нашей школы. Это не профессиональные артисты, это хирурги, бухгалтера, банкиры. Можно к вам? Да, можно. Можно, можно, нужно. Мы как раз работаем на протяжении уже долгого времени, годами, с актерским мастерством, хореографией, вокалами, как раз после прошлого сезона, а мы выступали на первом сезоне. Ну, это в другом составе, но все же. Очень повлияло на проект. Вот она, вот она. А вот королева. На самом деле, здесь действительно, вот вам, может, так неощутимо, но в нашем муравейнике очень сложно кого-либо найти. Просто оставить и горланить тоже не сработает, поэтому кто успел подскочить, тот у нас в кадре. Как у вас состояние, настроение и вообще, что вы получили от этого проекта в этот раз? Во-первых, три классных, смонтированных, крутых промо. Да. Снятых на несколько офигенных камер. Классный суперсезон, потому что мы сейчас общались тоже с ребятами со стены, они говорят, это шоу для того, чтобы ты убедился, что ты крут. Это шоу для того, чтобы сказать, я молодец, я все верно делаю, и ты получаешь высокую оценку от профессионалов, которые говорят, ансамбль это очень сложно. Конечно. Trust me, I know. Вот, поэтому это очень здорово. И то, что Лариса Сон ни разу не вставала, это вдруг она оценила. Какой там, на 14 секунде говорили? Да. Это очень высокая оценка, потому что кто знает, тот поймет. Ансамбль это правда тяжело. В чем сложнее было вам, это факт, что и так сотня гудит, как муравейник, и так куча зрителей, и вам нужно услышать друг друга, вычленить эти голоса, построить все, распределить, еще и с танцем, на минуточку, с танцем. А это вообще просто космос. Другой вопрос, что мне очень понравилось, что сказал Сережа Лазарев. Он сказал, что вы были вне конкурса. Это просто вы должны воспринимать, что вы как приглашенные звезды еще одни. Пришли, зажгли, запомнились на 100% все. Мы были прекрасны. Мирное время. Это очень приятно, такую оценку от Сережи. Он два выпуска, он боролся за нас, говорил хорошие вещи, говорил также то, над чем еще можно работать. Это классно. Нет, я правда, я очень довольна. Потому что, понимаете, на сцене со мной выступают ученики школы. Мы хирурги, многие хирурги, кто у нас еще? Банкиры, маркетологи. А ты кто? Я работаю в клинических исследованиях. Ну, короче, это трудно объяснить. Исследователи. И для меня это еще как миссия, очень классное послание, что любой может выступать, исполнять свои мечты и ни в чем себе не отказывать. И то, как мы прозвучали, я довольна.